Друзья, всем привет! Я рад всех приветствовать на канале Перекупщик. И решил снять видео, стоит ли вкладывать деньги в серебро. У меня есть несколько видео, кому интересно посмотреть по поводу серебряных изделий покупка. Потом у меня есть лом серебра. И вот как раз в одном из видео и вот эти чуть-чуть кольца, те, которые еще немножко зависли, придержал их. Конечно же, мое мнение, оно субъективное, строится на анализе проб и ошибок. И сегодня я вам скажу, что однозначно в серебро, мое мнение, вкладывать есть смысл. Оно все время растет, как в изделии, так и в ломе. Ну, давайте по цифрам. Где-то ориентировочно за год я продал серебряных украшений в общем. Сейчас не будем говорить там, как это все, в чем оно было там, в каких-то там царское, СССР. Вот где-то килограмм серебра. То есть заработок там получился ориентировочно. Ой, цифры сейчас вспоминаю. Где-то, ну, 1005. Вот где-то так. То есть это чистая прибыль. Вот и считайте, как бы, ну, если заходит по хорошей цене, конечно, надо брать. Тем более в очень красивых, если вы видите, что это изделие хорошее, если тем более царское серебро, лом серебра, монеты, кстати, вот у меня тоже есть видео, стоит ли вкладывать в монеты все, именно в серебряные, конечно, есть смысл. Еще раз повторюсь, смотря за сколько вы их приобретаете, что вы хотите от этого получить. Если мы говорим об одной цепочке, нет, нужно покупать очень много. Все это ко мне приходит, я не специально за ним не гоняюсь. То есть я покупаю там, например, неважно, икону, там нож, и картины, книги, и с ними люди продают золото и серебро, и остальные украшения, которые как бы они считают нужным продать. Серебра у людей просто немерено, от царского до СССР и иностранного. Также очень хорошо ложки серебряные идут. Ну, в общем, все изделия, подстаканники, стаканы, в общем, все. То есть, мое сегодня мнение, однозначно, да, есть смысл вкладывать в серебро, если выгодная цена, хорошее изделие, и в принципе, драгметалл всегда растет. Я надеюсь, вам понравилось видео, надеюсь, чей-то мой совет кому-то помог. Обсуждайте, задавайте вопросы, ставьте лайки. И до новых встреч, до новых видео, друзья.